9 января 36-летнего Александра Осиповича приговорили к смертной казни. Мужчину признали виновным в особо жестоком убийстве двух девушек – Олеси Климовой и Кристины Корюшкиной. Одной он нанес 77 ударов руками и молотком, второй – 18 ударов, два из которых в шею. Мужчина подал апелляцию в Верховный суд. Позже обвиняемый просил перенести заседание на другой день, провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, а также изменить приговор, переквалифицировать обвинение с убийства – на убийство при превышении пределов необходимой обороны. Судья после двух часов обсуждений вынесли свой вердикт. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалобы без удовлетворения. Процитируйте еще раз приговор какой? Приговором суда первой инстанции Осиповичу назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни. У мужчины есть 10 дней, чтобы попросить главу государства о помиловании. Родственники уверяют, он непременно воспользуется такой возможностью.